Всем привет, с вами Ефимов Евгений, и сегодня у нас очень интересное видео на тему 5 простых элементов для начинающего воркаут атлета. И без лишних слов, начинаем к делу. Первая комбинация из простых динамических элементов, погнали! В этой комбинации я сделал склепку плюс оборот вперед, также халявный 360 и в конце топорик. Если умеете все эти элементы, то вам не составит сложности выполнить эту комбинацию. И сейчас приступаем ко второй комбинации. Смотрите внимательно, и у вас все получится. Если вы не умеете лачгейнер, то вы всегда можете выполнить в этой комбинации топорик. Первые две комбинации были довольно-таки сильно похожи друг на друга. И сейчас специально для вас две силовые комбинации, которые сильно отличаются от первых двух. В этой комбинации я показал уголок, простой элемент, также подъем с переворотом, крокодильчик и в конце ласточка. Вы можете делать эти же элементы, но в другой последовательности, и будут также интересные комбинации для силовиков. Четвертая комбинация была посложнее предыдущих, но я думаю, у вас все получится. Обратите внимание, что там довольно-таки сложно отпускаться в ласточке. Это нужно выучить, носок натянуть на себя, и будет все красиво и четко. Также, когда вы делаете капитанские в обороты, нужно перехватиться, пока вы спиной лежите на турнике. Отработайте это отдельно, и у вас все получится. И финальная на сегодня комбинация номер 5 будет очень интересная, потому что там будет сочетаться и статика, и динамика. Сейчас это модно в воркауте, смотрите. Пятая комбинация, как я уже сказал, посложнее. Там нужно обратить внимание на вот этот первый заход в ласточку. Он очень крутой, тренируйте его. А то, что делаем дальше, вы уже можете импровизировать, добавлять что-то свое. И вообще все, что комбинации я сегодня показал, это всего лишь шаблоны. Делайте так, как вам нравится, добавляйте свое, и будет очень круто. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ефимов Евгений. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите, на какие элементы снять обучалки, либо интересные идеи для видео. Всем пока! Shang Tsung could have mirrored my swag. I tell a copycat, get over here. Let's engage in Mortal Kombat, 'cause I'm on that full contact, no holds barred.